За кулисами перед отчетным концертом царит атмосфера волнения и радости. Воспитанники студии «Капельки» готовы показать свое творчество и мастерство всем жителям нашего города. В конце учебного года у вокальной студии «Капельки» прошел отчетный концерт. Воспитанники студии усердно готовились к нему. Студия «Капельки» существует более 20 лет. Все это время руководителем была Галина Владимировна Вишнякова. За все время коллектив много раз менял свой дом. Ансамбль начал заниматься в Доме молодежи, затем переместился в ДК «Современник». И уже 3 года ребята занимаются во Дворце творчества детей и молодежи. Мне надо заниматься в «Капельках», потому что я могу красиво спеть. Галина Владимировна говорит, что она без музыки и вокала не может жить. На занятиях всегда царит рабочая атмосфера, так как Галина Владимировна очень строгий руководитель. От репетиции к репетиции никогда не придешь к результату, если не прочувствуешь музыку. Не только учимся петь, мы учимся жить. Мы учимся жить, мы открываем все, что только может нас вот касаться. Если петь песню просто так, то ее никто не поймет. А когда исполнитель будет о ней рассказывать, то и у зрителя будет другое отношение, то и уже песня будет открываться с другой стороны. Галина Владимировна с большим удовольствием занимается с маленькими детьми на мазе детских садов. А потом эти ребята подрастают и приходят в основные группы студии. В концерте принимали участие воспитанники детских садов. Малыши очень сильно волновались, но у них все получилось. Ежегодно в вокальном объединении «Капельки» проходит вот такой отчетный концерт. В этом объединении занимается моя дочь. Мы занимаемся уже почти целый год, и нам очень нравится. Ребенок постоянно занят, ребенок выступает, ездит на различные конкурсы, мероприятия. С большой радостью ребенок идет к руководителю Галине Владимировне Вишняковой, и поэтому мы планируем ходить сюда еще не один год. Я выступала как и солистка, как и ансамбль, и спасибо Галине Владимировне за то, что она нас учит всему. Традиционно поддерживать своих детей на сольный концерт приходят их родители. Они аплодисментами встречают каждый выход на сцену маленьких артистов. А когда звучали известные песни, то все зрители подпевали. Музыка воплощает наши мысли и чувства. Именно с таким девизом занимаются воспитанники вокальной студии «Капельки». Варвара Боярова, Анна Малютина, Юлия Михалкина. Специально для телепередачи «Лестница».